Мы идем смотреть, где рыбы. Сад Юты. Красиво все. Калитка Юты. Персик. Юта должна смотреть, что делают рыбы. А это маргаритки. Это маргаритки. Лягушка уже. О, рыбы обыли вчера. Спят. Вон одна, да, красненькая. А вон одна, вторая, третья, да. Четвертая, четвертая. Значит, все хорошо. Все, все на месте. Юта довольна. Красивый прутик Юты. Сад красивый. Парник. Красивые деревья. Лужайка. Цветы. Все красивое. Очень красивое. Но сейчас холодно, да, и красивая, счастливая Юта. Я люблю Юту. Очень красивые цветы у Юты. Очень красивые цветы. Но мы не знаем, как они называются. А вот это подснежники. Спросить у Розы. Да. Роза все знает. Да, у Розы надо спросить. А вот это подснежники, их много. И еще раз красивые цветы, которые мы не знаем, как называются. Но очень красивые. Необычные. Маргаритки и тюльпаны. И вот еще красивые цветы. Тоже не знаю, как называется. Красиво. Уютный красивый сад. Много красивых украшений, вещей. Дизайн. Юта дизайнер, это персик. Персик, да. Это персик. Это я не знаю что, но очень красиво. Вот Инста. Это. Ну, а я не знаю. На море. Ага. Очень много. Мы посмотрим по-немецки, как это. Я напишу тогда. А это я знаю. Это самшит. Красота. Пахнет. Он очень вкусно пахнет. Дерево украшениями, которые Юта нашла сама и сделала. Птичка. Птичка. Кокос. Это памятное такое дерево, где все хранится то, что напоминает о приятном и о хорошем. О, вот еще. Вот такое красивое. Птички. Юта собирает красивые корни, необычные. Вот, оцените, какая красота. Потом еще в доме есть, я потом сниму. А, вот еще птичка. Птичка.
И здесь еще. Угу. Да. Угу. Птички. О, да, вот птичка. Вот большая ветка красивая. Сейчас я это издалека сниму. Вот так это красиво выглядит. Вот. Очень красиво. Необычно красиво и приятно. Все, мы уходим из садика. В садике красиво. Цветы, которые я не знаю, как называются, но очень уютный садик. Красивый. И прудик с рыбками вот там. Втроем, да, три. Уютные, красивые тюльпаны. Но ветер и холодно. О, рыбки. Да, есть. Куриный пух. Вот. О, вон они, да. 15. Я вчера 21 насчитала. О. Пять были. А мне надо убирать что-нибудь. Котики. Вот такие вот здесь маленькие собаки. И хорошие, и хорошие. И маленькие собаки. И лапа маленькие. Такая хорошая. Тихо вокруг. Петушки сегодня не кричат. Только. А так еще было бы здорово. Вчера петушки кричали, когда мы гуляли. Кукареку! А сейчас не кричат. Ветер сильный. Вот такая весна. Юта, это чистотел. Мы посмотрим, как это по-немецки называется. Сегодня сильный ветер, но уже тепло, потому что светит солнышко. И мы с Ютой гуляем вокруг. Очень все красиво, нарядно. У меня на родине нет таких цветов, деревьев. А здесь птички и кроты. Угу. Вот так красиво. И мы с Ютой пойдем вот туда. Красивый вид. Хороший вид. Говорит, вот мы оттуда пришли. Здесь очень красиво. Небо сегодня облака. Мы с Ютой идем дальше. Юта свистит замечательно, когда гуляет. Мне это очень нравится. Юта говорит, что там ее дом. Да,
И мы идем дальше гулять. Ветер спит, а мы гуляем. Молодцы. До Пасхи еще 2 недели, а все уже украсили свои дома вот такими красивыми кустиками, яйцами. Вот такая красота. Птички поют, слышно. Красивый домик. Весь в пасхальных яичках. Вот такая красота. Вот мы обошли кругом. Там бьютен дом. Пока мы шли, солнышко спряталось. Облака вместо тучек вот так быстро по небу бегут. Ветер сильный, но красиво, очень красиво. Птички поют. Я сейчас помолчу, вы послушайте, как птички поют. Темно, наверное, будет. Мы посмотрим, как красиво получится, сосны или нет. Мы идем по лесу, и сосны пахнут. Частный лес. Люди владели до раздела ФРГ ГДР. После падения Берлинской стены они вернулись и заявили, что это их территория, но ничего при этом не делают. То есть лежат бревна старые, неубранные. Из-за того, что они мхом поросли, то видно, что уже несколько лет этим никто не занимается. Вот так интересно все. Это называется бурелом. О, какая красота! Был ураган, попадало много деревьев. Не так и лежат. Ураган был весной. Скорость была 140 км в час, ветер. Частная территория. И не частная территория. Деревья упавшие. Деревья упавшие. Сломаны. Сувенир. Юта отковыривает сувенир. Красота. Много ольховых шишечек. Мы до этого нашли чуть-чуть, обрадовались. А потом их тут так много. Мы уже не стали брать. Вот такой красивый лес. Сломанные деревья после бури. Но сейчас светит солнышко и красиво очень сосны. Очень красиво. Вот такая красота.
Ольха молодая, но ее срубили. Да, вот она лежит на земле. Вот такие красивые шишечки. Молодые. Вот она такая красивая, но... Я не понимаю, это, да, срубленная вот кусочки. Дерево сломалось, но еще держится. Вон оно скрипит, но держится. И птички поют. Бурелом со забором. Отвечает, и кто-нибудь отвечает. Да, птички. Поет очень красиво.